Всем хайку, друзья, с вами как всегда я с Хантером, все дела, и в общем мы идем на ферму. На фермах. Больше контента? Конечно, много контента, мало контента. Главное контента, а какого не важно. Главное, чтобы качественного. Но у нас он всегда некачественный, так что. Ну, я рендерю видео хотя бы. Я не ленчусь. Но у меня, к сожалению, на это особо не будет времени. То есть, вот, ну хорошо, смотри, я часовое видео сейчас записал, к примеру, да? И мой комп в течение где-то часа, допустим, будет рендерить. То есть полчасовое, полчаса примерно. Ну, это логично, как бы, да? А так я записал за это время 3 серии. Плюс мне его надо было бы еще обрабатывать. И у нас заставочка. Если я правильно понял, сейчас куда ни кинь, все клин. Напротив. Теперь мы снова вместе, и у нас появился шанс. Дело в чем? Уничтожив оружие, мы запустим цепную реакцию. И на месте солнца вспыхнет сверхновая. Ну, по крайней мере, мы вместе. Верно. Мы все знаем, что делать. Нужно освободить странника. Мы втроем сможем это провернуть, будь у нас ведро взрывчатки. Плюс, у меня еще есть телепорт Векс. Радиус у него небольшой, придется подобраться поближе. Значит, мы должны проникнуть в город, чтобы он сработал. Но у нас нет света. Прямая атака на стену обречена. И мы... О возвращении можно забыть. И ладно. Как туда попасть? Знаете, городская стена, она как этот сарай. Проникнуть внутрь ничего не стоит. Конечно, если знать как. Ты точно не из моих охотников? Ха, я не ношу плащи. Вижу. Клевая пончик. Ваша группа должна проникнуть в город незамеченными. Мы с моими людьми вам в этом поможем. К тому же мы неплохо стреляем по врагам. Хоторн, мы уже привыкли рисковать жизнями, но это не совсем твоя битва. Ты же не... Страж? Не одни вы знаете, что такое жертва. Вы забыли, что мы обходились без света всю жизнь? Когда-то этот белый шар в небе помог всем нам. А теперь пора отплатить за помощь. И не только стражам. Классная речь, но что там со сверхновой и полным уничтожением всего живого? Если всемогущие не подорвать, отключим его орудие. Таким образом, страж должен попасть на борт. Если полетим через армаду Кабал, без маскировки не обойтись. Если вам нужен корабль Кабал, рядом есть их база. Но прокрасться туда нелегко. Хватит с нас этого. Если я и научился чему у Кейда, так это важности эффектного появления. Чудненько. Обнимемся? А ты? Нет? Ну. А ведь Кейд так старался. Но никто не хочет обнимашек. Обидно. А ведь портал он не зря искал. Ну, в каком-то смысле, да. Осталось только нам по сюжету докатиться. Там еще солнце. Там еще много. Ну не очень сильно, да, много. Да, там еще вот это, да еще это. Там еще допочки. Хантер такой, да, черт, там же все допки. Стоп их, ненавижу. Как он меня задолбал с ними. Да, ну фарм это кайф. Не, ну в допочках на самом деле сюжета вообще огонь просто. Сколько юмора я помню было в некоторых моментах, когда ты типа... платформы ты помнишь, вот эти появлялись, я не помню, про тебе, не про тебя проходил.
где, типа, ты сначала 4 платформы изучаешь, при этом они тебя хреначат током, или 3. А потом тебе нужно бегать на самый-самый верх. И это в той локации, где Кейда встречаешь первый раз. А, ну, я помню примерно, да. Такая жесть. Нехороший звук. В пути. Ох, как я много всего забыл. Еще аж со 130 какого-то уровня. Распишитесь, пожалуйста. Ну и ладно. Все готово, все готово. Все готово, все готово. Это есть, это есть. Ну, короче, распыляем все это к хренам. Да. Потому что все это говнецо. Кстати, нет, тут ножки 280-е. Потерял. Брат, у меня 290-е, поэтому мне пофиг. Но, тем не менее, приятно. Так, надо сюда вот сложить ненужные вещи, я думаю. Мне надо отдохнуть. Так, по-моему, вот так это делается. Отдать на хранение. Я получил какой-то иллюминати призрака. Я думаю, особого смысла мечи сохранять не надо. Ну, особо нет. Ну, берешь один единственный. Quick Fang. А, ну подожди, это же, по-моему, только на этих на хантов Quick Fang, не? Эвервер с услугам. Рада тебя видеть. Ну, они там какой-нибудь стараешь, радуешь всю жизнь. Ну да, 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 да. Да стоп. Такой, у тебя есть возможность что-то получить. А, кстати, я получил песню скорости. Песню скорости? Да. Ну, это случайно. Выходи вот у этой ставь. Дуры, которая Эвервест. А, вижу. Как успей? Добро пожаловать. Криптар расшифровывает сложные энограммы, преобразуя их в мощное снаряжение и другие предметы. Не такое уж и мощное, на самом деле. 302 против 268, я думаю, 268 я, наверное, оставлю. Вот 302 выкину. Смотри, какой призрак, смотри, смотри, смотри. Напомнил мне про тот случай с тобой, ворона. Так он все равно не ускоряет маунт, поэтому не нужен. Ну, понял. И зато я могу вот с ним поговорить, и у меня... Красный легион наступает. 191, лол, что... Ну, я попробую один раз полностью заполнить ему шкалу, посмотреть, что он мне даст. награда фракции. Ваша репутация среди оружейников приближает вас. Возьмите эту награду, знак вас, типа заслуг. И там ничего. Нам нужны такие стражи, как ты. А, да, Рири, мне тоже. Спасибо. Очень в этом нуждался. Это вы лучшие ребята, да? Больше не будем меня чувствовать. Хочешь, чтобы твой свет стал ярче? Ничего, так местечко, она молодец. О, кстати, с ним можно поговорить еще. Рано или поздно тьма. Начиная с сегодняшнего дня, я возобновляю налеты. Он же налеты. Они станут основой нашей оборонительной стратегии против врагов, как нынешних, так и грядущих. Мы будем выслеживать ключевые цели, собирать данные о противнике. Мы не дадим им истребить человечество. Я ожидаю, что ты покажешь всем, и стражам, и гражданским, что такое настоящая храбрость. Но эта операция не для одного человека. Тебе понадобится надежная боевая группа. Как там Кейт говорит, один в поле не воин? Бейся так, чтобы мы тобой гордились. Ну ладно. Так, Завал снова стал командиром авангарда. Он создал список приоритетных целей для налета. Присоединяйся к другим стражам, совершенствуй налеты, короче, совершай и уничтожай могущественных врагов, все дела. Вот. Ты еще с нами? Ну, кстати, вот он мне дает 290. Так что. Есть вопросы? Так, а я не помню, а у кого можно было создавать эти анаграммы, ну, криптограммы или как они там?
Разве не той, которая та? Нет, 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 я к ней подошел, там ничего нету. Тогда не знаю. Я вот тоже. Связь, транспорт, развежка. Так, ну, наверное, я начинаю тогда. Да. Помнишь ту базу Кабал? Ее держит приятель Гоула, кровавый страж по имени Тумас. Мы узнали, что у него есть доступ к Всемогущему. Ты проникнешь на базу, украдешь корабль Тумаса, на нем доберешься до Всемогущего и выведешь его из строя, пока он не взорвал наше солнце. И сделай мне одолжение. Заодно прикончи Тумаса. Дашь сигнал, и мы пойдем в атаку. Отвоюем город. Я уже не надеялась, что ты вернешься из своего путешествия. И тем более не ожидала, что ты приведешь с собой авангард. Только посмотри на нас. У Красного Легиона нет шансов. Круто. У нас новый план, короче. Отряд стражей, потерявших свет, под руководством авангарда проведет контрнаступление на оккупированный город в надежде освободить странника, пока вы отключаете супероружие всемогущего, нацеленное на солнце и способное уничтожить всю солнечную систему. Чтобы проникнуть на всемогущего незаметно, вам необходимо украсть личный корабль одного из приспешников Гоула, кровавого стража под именем Тумас Несломленный. Короче, дать отпор Красному Легиону, выполнить миссию расплата в ЕМ-3. Ну и ладно. Ну и ЕМЗ на самом деле, да? Поехали. Так. Можно, кстати, выполнить задание авангарда. Ох, 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 насовали-то мне задание-то, насовали. Ладно. Пойдем на самое дальнее, Темный Союз. И какой к нему портал самый ближайший? Вот этот, думаешь, да? Ну, давай. Дропсленд. Такой, я не успел ничего сделать, сволочь. Я покупала лучшее оружие на земле, а ты, да? Да, ну, здесь можешь в инвентаре сидеть прямо в инвентаре. Шо удобно. Ну да. Так. Не нравится, что я могу даже во время загрузок сидеть в инвентаре. Четро абсолют. Ну смотри, вот у меня есть какой-то этап поручения отряд Крысиного Короля. Это что вообще? Так, в этот предмет вообще, по-моему. Да-да-да. А, как называется? Мы собрались добывать блеск. Будь начеку. Блеск скиф. Так, стопэ, тут рядом с нами задание. Давай выполним, чё нет. Добыча блеска. Ну, можешь. Бригада по добыче блеска. Остановите их. Здесь... Только как вот это уничтожать, если здесь... вот эта штука, что тоже помню. Да, вот эта штука уничтожаешь, короче. Для того, чтобы героя получить, и все. Там несколько раз надо будет уничтожить, когда-нибудь перемещаться. Ну, которая типа отсылает как раз, да? Да-да-да. То есть обычно тебе нужно просто убивать этих чуваков, они там будут перемещаться. Надо героев, тебе нужно штрафить именно вот этот целак. Ну и так на каждом задании какая-то фигня есть. Да-да. Так, и где она? Вот это вот. Ага, вижу все. Здесь тоже надо ее где-то найти. А, то есть она может быть прям не рядом даже? Не, ну она близко, но она такая типа мелкая. Вот она. Ну, мы ее уничтожили. Ну, такое ощущение, что я бесполезный член команды. Почему? Ну, убиваешь жизнь нормально. Опять начинается! Так. Хотя я тоже так чувствую все. Меня что-то там разносится. Так, где последний? Вот здесь.
походу. Да. Так, где эта хрень? Я ее нашел, она вот тут. На перцы посмотри. Все? А, да. О, такая симпатичная груда. Меня что-то развило. Задержи их, пока я ее телепортирую. Да, типа блеск просто остается у нас? Ну да. И мы типа его собираем. Но обычно на ум они все равно улетают. Но при этом кого больше не собирают. Мы там кого-то большого бросили. Где? Ау. Ай, перейти быстро промазал. И один хорош. Ну и ладно. Телепортация близко. Вот здесь так много близко, но тебе не хватит. Столько не дадут. Ну, я догадываюсь. Ну, в принципе, блеск-то не нужен, больше сотки не собирается. Ну да, это такое. И вот там, в принципе, можно где-то там тратить, значит, не помню где. Раньше можно было на модификатор хотя бы сделать. Ну, сейчас тоже можно тратить на этих, как там называется. На задание, типа, по 250. Готовься получить огромную груду блеска. Слишком мало. Надо же. Вам следует отсыпать немножко себе. Блин, главное, здесь тоже так до хрена блеска, тебе в итоге дают две этих тушечки и пушечку. Ну да. Все честно. Очень. Так. Вот мы там квест выполнять собирались. Сейчас подлетим к нему. Так, тут, кстати, пушечка такая прикольная, но это... Фишечка. Вау, стоять. Сундук. Жух. Не мешай мне выполнять. Где-то стрелять можно, да? Эй, неудобно. Ну все. Да ладно. Такая, я срезал. Тут же будет потом вот здесь вот как раз начнется это дерьмо, да? Ну, какая? Типа, когда нужно зачищать задания там вот, различные. Ну, такие типа мини, еще более мини-квесты. Типа прогуляться по локации, типа и... не знаю, там поставить что. Так, у меня загрузка левела, что? Ты у меня загрузился так внезапно. Ну, там типа этот... Как тебе объяснить-то? Собирательные типа миссии? Ну, даже не собирательные, а просто... Типа, что ты там маяки поставишь или патруль. Алло, это я. Ну вот патруль, да. Тут кто-то оставил записку. Лес ЕМЗ, энергия одержимых, знак Стопа. Вопроса, Красный Легион, Брайан. Кто такой Брайан? Псионы Красного Легиона. Страж, из твоего района поступают тревожные донесения. В них говорится о Кабал с новыми силами. Звучит зловеще. Нам надо отслеживать все необычные всплески. Нашел? Псионной энергии. Что именно? Ну, куда дальше идти? Ну, вон куда-то показывает. О, все, вижу. Не-не-не-не-не, я имел в виду на этот, зайти на секретку. А, там секретка есть? Этот псион, он защищает Центуриона? Защищает? Там наверх. Значит, они и правда управляют энергией одержимых. Сейчас. Но как?
Подождите, разрешите от себя, подожди. В смысле, зачем секретки? Секретки нужны для того, чтобы проходить. Не, ну, понимаю, но это же, это правильно? Секретные, вот, затеряемся. Да-да-да. Псионы Красного Легиона и так порядок сейчас. Там, если они получили еще и силы одержимых. С каких это пор Кабал и одержимые стали делиться игрушками? С ними мы разберемся потом. Сперва надо найти источник. Ну, не совсем именно, ладно. Мы еще проходим. Ну, давай, начнем где-то. Убивай там. Где элитка? А, вот он. Давай, я боеприпасов. О, вот так. Ещё? Чё он всё ещё жив? Ты же ультанул. Ну, у меня не очень сильная льта. Давай, стручи его! Бесследный пустошь. Пистолет, примерно 500, а ни хрена себе. Не, ну зато засчитывается, это ж плюс. Там достижения же есть, да, типа, чтобы пройти все их. Достижения, ты чё? Это ж... Побеждено центурионов. Вот сейчас мы с новым оружием. Профит. Ни хрена, мне такую обувку одели. Ну, хотя бы. Почти 300 левел, чё за то? Айтем левел, если быть точным. Так, нужно побеждать центурионов. Так, ну теперь центурионов искать надо, всех центурионов убивались. Да я не думаю, вон центурион. Ты видишь центуриона? Да. Ты больше скажи, я ему сейчас люлей дам. Навали его. Да, вижу. Уровень энергии одержимых растет. Похоже, она питает всех здешних псионов. Если это правда, нас может накрыть такой тенью, какая нам и не снилась. Икора, ты же их пугаешь. Там последний наверху где-то, да? Фейл. Зачем? Ну. Надо подойти к зоне. Мне удалось вытащить координаты, но нам придется войти в лес. А это точно так, приятель? Знаешь, мне бы не хотелось, чтобы меня сожрало какое-нибудь теневое дерево одержимых. Кейт, что именно случилось с тобой на Нессе? Их уже съели? Нет, их еще не съели. Но будьте начеку, мы не знаем, что скрыто в этом лесу. Он злой-то, а? Держу пари, там что-то большое и одержимое. Это будет твое самое беспроигрышное пари за последние годы. Хантер, как всегда, улетел этот без меня. Этот портал ведет в лес. Псионы как-то сумели его открыть. Я рядом был. Что ж, было приятно познакомиться. Кейт. Зато я на мотике. А, на мотике. Ах ты ж, я смотрю, что ты быстрее идешь. Я пешком-то был. Читер. Портал! Это ж портал на мотике, понял? Серега. Ладно, пора слезать. Пора убивать. Видели? Он отключился, как только мы вырубили его псиона. Значит, разрыв связи бьет по хозяину. Ух ты ж, XCOM какой-то, да? Я тут единственный, кто не понимает, о чем вы говорите. Да. Блин, а ему получается... А ну ладно, стоп, он неуязвим. То что же псиона, типа, этот мелкий убитель, то что он умрет, да? А, ну я внизу просто. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я вот, кстати, так и не понял, что за фиолетовое-желтое оружие? Это что-то между чем-то где? С чем-то?
А, типа, фиолетовая, но при этом желтоботка? Да-да-да. Ну, это, типа, абсолютно, она там... прогрыженная версия, грубо говоря, этой бабанки. У нее там идет статистика там каких-нибудь убийств или еще что-нибудь. Плюс еще она этот генерирует сферы для союзников, которые ульту накапливают, и еще какие-нибудь эффекты иногда обладает. Чуть выше стата. Так, численность Кабала оказалась обычно... намного больше, чем я ожидал. Им явно не понравится вторжение в их тайный магический фонд. Но обычно, чтобы получить экзотический какой-нибудь абсолют, тебе нужно для этого еще какой-нибудь квест выполнить там. Ты куда там опять умахал? Я вообще не понял, куда я, где ты? Я в портал прыгнул. В портал! Я портал просто не нашел. Смотри, ты в каком-то аду находишься. Где здесь портал? Вон портал. Я думал, вообще как назад ушел. Здоровенный одержимый. Одержимый Кабал. Здоровенный и одержимый Кабал. Воу-воу-воу. Колосс. Тебя убил за здоровенный одержимый. Тебе надо его уничтожить. Работаю над этим. Меня сзади, оказывается, резали просто. Я не заметил. Подними мою жопку, пожалуйста. Иду. Ух ты ж. Одержимый Кабал. Аж меня не бьет. Поднимай меня. Темная хрень. Ну все, вот теперь ему жопа. А, он большой. Совсем большой. Давай тогда вот так вот сделаем. Ой, они зимы. Опять? Да, даже это мелких убивать. Сектоидов. Где эти инфектоиды? Ты его? Убил его я. Ну и чё, он всё ещё не зимит? А, нужно вот эту хрень ещё уничтожить. Вот теперь можно, да? Ну давай, щиток пропадает, чё. Вот, спасибо. Да! Рили? Снова? Я тоже так могу подъездить, если бесконечно держаться. Мне даже бытовать от него не хочу. Сейчас опять незимость станет. Ладно, это оно в мелких. Давай, льтуй в мелких, я потому что ни хрена не вижу, как только ты убьешь эту хрень. Две смерти. Босс? Но. Откройся. Еще один мелкий. Вот все. Ой! Ура! Я ему башку снес. Ура! Мы это сделали. Их больше нет. Это серьезно ослабит Легион. Будут знать, как связываться с тем, чего они не понимают. А это как раз твоя специализация. Что до тебя, Страж? Отличная работа. Если бы псионы выпустили против нас того монстра, мы бы его не остановили. А я бы не выиграл пари. Я же говорил, большое и одержимое. Молодец, короче. Я думаю, я лучше возьму пистолет-пулемет, потому что он тупо лучше. Ну, неудобный. Ну, просто вот эта энергетическая хрень, такая хрень, на самом деле. Так, ладно, здесь же в топях есть рядом еще одна хрень. Такой, ты где ты, мать твою, да? Да чёрт, я заблудился. Там в портал надо было и выйти. Да я вошел вроде. Но у меня нет, все ты у меня отображался внутри. Короче, я приступаю потихоньку. Давай, я телепортнулся. Успел, главное. Присоединяйся к моей группе исследований про... Ассистент. Приветствую, капитан. Ашер Мир сказал, что я предоставлю вычислительные мощности, а вы грубую силу. Он такой невежливый. Начнем с варварской рукопашной драки с одержимыми. Это научно обоснованное предложение, никоим образом не вызывающее подозрений. Собрано бросов радиации. Да. Там в рукопашную с ними надо биться. А, значит. Такие дозы радиации одержимых явно вредны для здоровья. Ерунда.
Излучение одержимых не представляет никакой опасности. Неверно, Ашермир. Сейчас я перечислю все 14 необратимых последствий длительного контакта с экстрамерной материей. В этом нет необходимости. Ассистент, продолжай эксперимент. Постарайся пройти к научному центру Легиона. Ну, погнали. Ржу. Мы почти добрались до исследовательской базы. Теперь мы ее обойдем. Но по одержимому. Одержимые решат, что вы тоже из них, и толпами устремятся в европейскую мертвую зону. Ашермир говорил, что это будет похоже на чуму и эпидемию. Результат гарантируется только в том случае, если мы не уничтожим очаги. Не перегружайте подопытного посторонними данными. Подопытного? Я думаю, лучше здесь сесть перехватчики. Так. Они ж медленно, чё-то. Ну, зато у них урон, мама, не горюй. Бум. Что мы должны делать? Зараженного себе. А, мы заражаем, типа. Вот этот дядька страшный. Неуязвимый ты который? Не совсем. Для тебя неуязвимый или что? Мне бишь неуязвимый, да. Ну, значит, не хватает тебе лайта, и он ушел куда-то. Ну и чё? Скучный дядька. Где? Чё мы заражаем-то? Посетить разные места. Вот. Ага, ну мы типа заразились, короче, от этих. Теперь мы подходим к ресурсам их и заражаем. Mm. Зачем? Ясно. Прям какие-то заразители. Mm. Что-то изменилось. Похоже, mm. сработало. Они станут одержимыми. Блестяще! Он имел в виду, что ваши действия были верными. Теперь одержимые захлестнут эту территорию, словно эпидемия. Итак, продолжаем эксперимент. Уничтожьте очаги немедленно. Погоди, у меня тут проблема. Чё это? Надо мной куча снайперов, и это прям вообще неудобно. Ну, не настолько же проблема. Ладно, я просто уматываю отсюда. Главное, типа, заражали, теперь, типа, такой, блин. Надо быть... И умер. А здесь можно задавить врага? По идее, можно, да? Да. А ну-ка. Получилось. Да, мы типа пришли, короче, заразили этих чуваков. Появились связи, чего тебе теперь надо пойти, говорит. Продолжая спрятать, теперь ты должен теперь все это очистить. Теперь держимый ковал будут драться, пока не перебьют друг друга. Классно! А, подождите меня, у меня ульта, я не могу сесть на маунт. Ну, ты, кстати, его сейчас сбил, по-моему. Кого? Его? Я с ультой был. Как заставить ходить игрока кругами просто реально? Так, где-то еще один. Плюс здесь есть... Сундук. Красочка! Чё, похоже, тоже выполняет тоже миссию, судя по всему. Сработало! Все очаги исчезли! Кроме тех, что в Солнечной системе. Они будут существовать вечно. Ну или пока не погаснет солнце. Это не доказано научно! Но в остальном отличная работа, исследовательская группа. Тут еще один квест, кстати, раньше. Красный легион проявил существенную уязвимость концентрированной энтропии. Это направление стоит развивать дальше. Есть какая-то хрень. Добыча блеска.
Ну, убивали, блядь? Ну, да. У меня же еще топка есть. Давай топку, наверное. Бригада по добыче блеска. Остановите их. О, вы что-то не жесткий чувак. Че, жесткий? Дай сделать жух. Черт, получается. Ну я пытаюсь эту хрень просто уничтожить. Ага. Чтоб типа был герой, как ты обычно любишь. Да. Вот назади меня какой-то сраный снайпер, который... Скажи, не дамажит. Капитан, извлекатель. На тебе извлекатель. Они направляются к другому участку. Жалко, нельзя вдвоем, да? Не, на самом деле, я думаю, что нам она не нужна, в принципе. Давай этот какой-нибудь квест. Думаешь? Да, да что, вон там еще потом этот пресс встречать. Довольно долго. А где он вообще? О, смотри, здесь чувак, которого я не могу убить. Да, я помогу. А я могу. Не смешно. Вот давай я зайду за своего более сильного персонажа, да? Вот я тебе покажу тогда. Ладно, не будем блеск, не будем хрен с ним. Тут был бы у нас какой-нибудь квест на эту хрень, вот это надо было. А так, чё, что? Оно сейчас будет? Какой? Смена полярности. А, это ты! Икора будет рада. Страж, тебе нужно проверить мою теорию. Найди реактор поврежденного танка Легиона, установи его в терминал снабжения и отойди подальше. Что же будет? Так, где? Куда? Крестик зайдет тебя. Снайперы, честно говоря, мешают. Так, я извлек. Куда тащить? Кого ты взял-то? Ну, ядро из этого, из танка. Так меня погоди. Кто утащил? Походи. Да хоть посмотри, что ты будешь делать. Давай, я буду разрывать всех со сверкой. Так, сюда, да сюда. Повреждение, цель. Зачем повреждает цель? Да, это действительно было неплохо. Красный легион создал новое оружие, мощное и угрожающее не только ферме, но и всему вокруг нее. Да, пацаны. До опорной базы. Ай, ай, и. Ха-ха. Нам, видимо, куда-то дальше. Угу. Пока ты в пути, попробую восполнить пробелы. Так. Когда я служил в городском ополчении, падшие часто пытались приспособить чужую технику под свои нужды. Обычно это заканчивалось большим бабахом. Ты забрался хоть наверх? Я просто нет. Да, не обязательно наверх. Беседы с Девримом напомнили мне то, что я и так знала. Империя Кабал состоит из множества разных рас. У них всегда были проблемы с совместимостью технологий. Что-то я не понимаю. Мы все не закончим с этой базой. С чего начнем? Это оружие огромная пушка. Она слишком велика, чтобы ее взорвать. Но у нее есть уязвимое место. Штуковина с реакторами. Продана. Думаю, тебе надо устроить им внеочередное техобслуживание. Надо мы здесь еще вроде как не были, не? Или были? Не, были. Или не были, подожди. Не были, не были. Там, поговорим. Фрагмент данной системы безопасности. Да.
А, теперь нужно коды доступа типа вести. Угу. Сейчас будем творить бабах. Применить код доступа, как я был. Так, система вооружения разблокирована. Теперь надо подменить расписание техобслуживания, чтобы открыть реакторы. Так. Что-то нас атакуют немножко. Ай, темпер. Ну, или там фанрай. Вау! Пожалуйста. Здесь так красиво, а. Так, и что мы сделали, мы... Извлекли реактор. Я с шариком теперь. А, и тебе надо его сюда переместить. Какие сложные технологии. Да, угу. Или тебе вот... Повреждение цели. Бум-бум-бум-бум-бум. И сейчас снова, да, типа снова расписание, снова это так три раза. Да, да. Все же логично. Да, почему нельзя было сразу взять два, там, допустим. Ну потому что мы типа по одному выполняем. Не, ну там, по-моему, несколько пооткрылось сразу. 6 каурона просто. Это с чего? Супер-пупер-мупер-оружие. Да. Давай, короче, бери. Я попробую уничтожить этого громила. Здравствуйте. Ты положил? Нет, еще нет. Бегу. Бегу. Всем положил. Где я еще раз? Обожаю убивать этих даунов на лету. Снайпер такой прицелился, в тебя стреляет, там промазывает. Это же не с пистолетика, понимаешь? Чё, больше скемперов нет? Ну и кто последний США будет таскать? Давай я. Без. Не там, да? О, летающий труп. Кайф. Серьезно, тебе промазал, а нет? Так я говорю, они что-то мажут вообще. Я стою на месте, давай. О, попал. Да я попаду. Я бегу. Да блин. О, попал. Орудие выйдет из строя на несколько минут. Еще? То есть, недель. Надеюсь. А, все, окей. У Кабал всегда было плохо с мелочами. Это нам на руку. Это еще один шаг к победе над ними. Отлично, Страж. Сорди АТВЛ. Не понравилось, что, типа, оружие выйдет из строя через несколько недель. Что ты говорил, отобрал? Сорди АТВЛ. Почти 50. В этом-то смысле. Бью. И того башка взять-ка надо уничтожить. Это? Да. А чё их так много-то? Свет, наверное, приходили типа нашего. Так, ладно, у нас вот там еще задание. Да, я думаю, я всё пока что. Давай, не против.
Вот так у меня так не получится сделать. Что? Это типа, знаешь, судьба зовет. Как судьба зовет? Да. Ладно. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, тебе, Дрик, тоже. Угу. Давай. Еще чуть-чуть и скоро пройдем. У-ху. Да. А ведь там есть еще две топ-компании. А-а-а. Сверхразум и пирамиды. Мне этот сверхразум понравился. Ну вот. Ладно, всем пока. Удачи. Хорошего дня. Да. No.